Гавдурович Олег Эдуардович, полковник внутренней службы, запаса. Родился 15 июля 1947 года в городе Витебске. Более 30 лет отдал пожарной охране, где работал на различных должностях от командира отделения до заместителя начальника Высшего пожарно-технического училища МВД Республики Беларусь. Уволен в запас в ноябре 1997 года. Награжден медалями за безупречную службу 3 степеней и 3-жды награжден медалью за отвагу на пожаре. Ну, детство проходило сложно. В том плане, что у меня с 5 лет, ну, не было, во-первых, никаких ни детских садов. В то время меня какая-то бабушка смотрела на дому. А с 5 лет у меня брат, он спортсмен, мастер спорта по боксу и чемпион ЦС «Динамо» по боксу. Ну, это было мое светило, это как икона была для меня. Спортсмен и лыжи, и велосипед у него, все. И он с 5 лет отдал меня, я-то сам родился в Витебске, и он меня отдал в футбольную школу молодежи. И вот с 5 лет началась моя вот эта вот любовь к спорту прививаться. Ну, спорт был для меня, он был и остался, и есть, и по сегодняшний день есть, наверное, и он со мной ведет мысли о спорте. Но, по крайней мере, сегодня я больше не как спортсмен, а как болельщик. Но потом была школа с 7 лет, раньше с 7 было, школа, закончил школу, после 8 классов пошел в ГПТУ, после ГПТУ пошел, после окончания ГПТУ стал работать газоэлектросварщиком на шелковом комбинате Витебска. Одновременно учился в вечерней школе, так она называлась, школа рабочей молодежи. И закончил 11 классов. Играл в футбольной команде Витебска в классе Б. Уже за основной состав играл. Ну так получилось, что меня отправили в армию спортбат. Это спортивный батальон, который здесь был. Самое интересное, в юности, да, это все как-то мне задают вопрос. Я даже несколько раз на него пытался как-то хитро ответить, но ничего не получилось. Я жил на Марковщине и футбол играл на Ким. Это, ну, рядом, два района таких. На Киме хорошая футбольная поляна была. И на Киме стояла пожарная часть, профессиональная пожарная часть. Я, сокращая дорогу к футбольному полю, миллион раз проходил туда, назад, днем, на танцы ходили, потом попозже. Я никогда не придал значения. Что за каланча, что это красная машина, что это за люди ходят, что они вообще делают? И если, наверное, я гудела когда-то мне навстречу сирена пожарной машины, я не поворачивался, не восхищался, не восторгался. Ну, гудит там что-то и гудит. В жизни бы я не мог подумать, если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что посмотрел на эту каланчу, твоя жизнь, вся оставшаяся жизнь будет связана с этой каланчой, с этим цветом красным. В жизни никому не поверил. Никому. Повлиял случай. Случай повлиял в том плане, что я уже был в спортбате, играл в футбол, хоккей, зима хоккей, лето футбол, супер, класс. Больше ни о чем мечтать и нельзя было. Были какие-то мечты, что вернусь в Витебск, и футбол уже не бросил, и хоккей развивается. То есть вся моя жизнь была поставлена на то, чтобы стать мастером спорта. Когда я видел брата с этим значком, у меня там ноги подкашивались, я млел. Это была единственная в жизни мечта – получить значок мастера спорта. Ну, не столько значок, сколько стать мастером спорта. И я никаких. Ну, и тут опять вмешался какой-то случай. Такой побочный. И мне пришлось расстаться с футболом, с хоккеем, потому что переводили меня в какое-то другое место служить, дослуживать уже. Хотя 3 года там служили, это был 67-й год. И я встретил, несу мячики сдавать футбольные уже, рассчитываться со своей командой. И старший лейтенант повстречался мне. И он говорит, а у меня уже значок первого разряда висел.
И он говорит, что футболисты, вас разогнать надо, все проигрывали, проигрывали. А мы что-то две или три игры Красного первенства республики проигрывали. И он прицепился ко мне. И, ну, я же не мог против офицера ничего сказать. Я же рядовой. А он, бегать умеешь? Я говорю, умею. Как? У тебя ноги кривые. Я говорю, ну что? За 11,5 пробежишь 100-метровку? Я говорю, запросто. Ну давай. И вот он мне, ну давай. Я думал, ну шутит. Вот это, с этим вместе бежи, если ты его обгонишь, я к тебе заберу. А вы кто? А там как раз такое здание стоит, и спецслужба была. Ну, это как разведка такая. Я думаю, может, он оттуда, может, я туда потом попаду, раз отсюда вытонули. А мне выгнали и сказали, иди ищи место себе. Коптерки все заняты, хлеборезки заняты. Осталось только идти и мыть танки перед их ремонтом, потому что больше ничего не умею. А он говорит, а я вот начальник пожарной части, у команды этой военной. Но я, правда, прибежал, обогнал этого. И вот с того момента он мне в течение 2 часов переоформил, привел и показал, где надо, где я буду проходить дальнейшую службу. Ну, самое интересное, утро, раз, подъем, зарядку бежать надо, ну, как привык. Тут тишина, тихо, глад такая, все спят. Я спрашиваю, вот, я же там почти никого не знаю, там, ну, земляка нашего, землячок, а как тут завтрак и вообще, что тут дальше делать? Надо, завтрак сейчас привезут сюда. А так мы... Часть, да. Ну, это команда, там 11 или 12 человек их было. Это был такой первый. И потом, когда я с ним уже подробно встретился, я смотрю, один ходит со значком мастера спорта, второй ходит со значком мастера спорта на гимнастерке. Я говорю, ребята, что такое? Да, пожарно-прикладной спорт. И что, он в серьезной квалификации? Да, и первенство республики, и вооруженка, и округ проводится. И как? Ну, все, ну, у меня же футбол, хоккей. Здоровье было 2 мешка. Я говорю, как это? Да все, не проблема. И вот он на меня уцепился. И, короче, через 3 месяца я уже выиграл первенство округа по 100-метровой полосе. И тут же по результату выполнил норматив мастера спорта. И где-то через 2 месяца после округа, ну, там пока союзная квалификация, я уже был мастером спорта. Надо же как-то... Ну, что-то повышаться, спорта спортом. И случай такой, подполковник приезжает и собирает всех молодых, кто там что-то знает, что-то умеет. Ну, по среднеобразовательному уровню. И он там вызывает Петрова, там, 8 классов, молодец, иди садись. Ты тоже там Сидор какой-то. Потом раз, Гудурович кто? Я говорю, я. Ну, что молчишь? 11 классов. Все, нам надо кандидат на поступление... пожарное училище. А это был купец из пожарной. Ну и все. Ну давай. И меня туда, в Ленинградское пожарное училище, и направили. Ну, правда, потом меня Минск перекупил, им надо был спортсмен. А что я там за Ленинград бегаю? Тут пошевелились, меня на заочное переводят сюда, в первую часть, Начкаром забирают. Дембель мне делают моментальный такой. И на заочное я продолжаю там. Вот таким вот образом я попал на службу пожарную. Но у меня мысли, я, во-первых, домой ни друзьям, ни девчонкам своим никому не писал. Я стеснялся пожарных. Ты что, пожарник? Да ну, в жизнь, там в Витебске все помрут, если узнают, что я пожарник. Не, ни в коем случае. Я там не помню, что я писал, там, как я эту воинскую часть обзывал, там, чуть ли не политическое, еще когда там. А потом физкультурник. Там же все спортсмены у меня, ребята. И я приезжаю в отпуск, а мне говорят, слышишь, я без формы приезжаю, ничего никому не показываю. А мне пацаны эти подходят, мальцы, говорят, почитай. А физкультурник, первенство республики было, рекорд был 23 рекорд был по 100-метровке в республике. А там статья такая, молодой мастер спорта. Установил новый рекорд, 19,2 на 100-метровой полосе с препятствием, пожарно-прикладной спорт. И такой, они мне это, все купили эти газеты, физкультурник, и мне, ну и все, пришлось расшифровываться. Ну, коль уже расшифровался, и мне тут сказали, что знаешь что, только бегай, и ничего ты не туши, ну, командир классный был,
начальник части Рыжиков Владимир Ильич. Он придет, говорит, слышь, ну все равно же не бегаете зимой. Помоги, подежурю там ребятам, ну нету никого. Я раз подежурил, два подежурил, три подежурил, потом раз, дежурство. Ну и мы приезжаем, горит какой-то там сарайчик или мусорный бак, вот я не помню уже что. Ну а тогда сигнализация, и все пожарные машины эти ездили, ну, мы сутки, считаю, всю ночь, если ветер, мы спали, боевой расчет находился в цистерне. Все, первый ход, так называемый, 130-й зелок. Мы не выходили, потому что только зайдешь, сигнализация. А мы обязаны были тогда выезжать на все сигнализации. Ну и тут этот пожарчик такой, все сидят, уставшие, замученные с этой сигнализацией. И на меня такой старшина у меня был, Миланович. Он говорит, командир, там в правом отсеке, в заднем, стволик есть. Ты возьми, подключи, там, Коля тебе там водитель, водичку даст, залей этот ящик. Ну и раз. А потом ты думаешь, ну подожди, я кто здесь вообще, командир или как? Тоже переломался. Ну, было восстановление, характер такой восстанавливал. Стихия вот эта, что усмирять ее. И я начал серьезно уже к себе готовиться к этому. Вот, ну что-то мне вот, где-то что-то разорвалось внутри. Меня раз похвалили, второй раз похвалили, третий раз. И я сам себя похвалил. О, классно, я сработал, смотри, нашел очаг. Раз, человека вытащил там, еще что-то, быстро залез, сообразил, куда бежать, откуда надо подавать силы и средства. Ну, что-то такое родилось что-то в мозгах. Это, как говорят, она не приобретенная. Его приобрести так невозможно. Как Остапов обо мне говорит, это, говорит, прирожденный Тушилов. Говорит, у него что-то внутри дано такое, кому другому не дано. Я боевой устав службы, будучи ночкаром, и бегаю, я же 11 лет спортом. За сборную республики, за Мин, за все. 11 лет я отдал этому спорту. И тем не менее дежурил. Другие не дежурили, потому что мы сейчас освобождены. А я ходил дежурить. С людьми мне интересно было. Я устав боевой выучил наизусть. Вот все статьи устава, тушение зданий повышенной тарности, тушение в подвалах, я наизусть знал, наспор. С кем? Говорю, давай открывай. Вот такое. Такой, я все, я его, я все от начала до конца. Вот чего мне надо было его выучить? Видимо, он мне, может, помог где-то, а может, и не помог. В профессии у меня, ничего сложного в профессии я себе не находил, потому что мне это нравилось, я этим жил. Я говорю, вот что-то проснулось такое, как я не мог себе поверить, что я могу быть пожарным. И я стеснялся, что меня называют пожарник, да? И никому не мог сказать, что я ж пожарник. Что ты за офицер? Я пожарный. Какой пожарный? А у нас же так, пожарный, пожарник. Так никто Гелеровского и не хочет воспринимать. И эта профессия стала, она не просто стала, она вошла в меня. И это уже все, душа, пожарная душа в обычном теле получилась. И я себе другого уже ничего не видел. Для меня тушить, я даже... В своей смене, не в своей смене. Я на все пожары выезжал. Все крупные пожары Минска, даже не в моей смене, они с моим участием были. Вернее, я принимал участие в тушении, ликвидации. Там это и взрывы, и ТЭЦ, и газонаполнение. Ну, все, что здесь не случалось. И автобус этот, который вот, где там много людей залил. Все так получалось. Потому что я жил при пожарной части. И меня всегда, если первый и второй ход едет, если газовка едет, значит, я обязательно выезжаю с газовкой. Все лежало в газовке. Кип проверенный, подписанный, все. А я жил на втором этаже. И у меня была такая, там дерево. И от дерева был трос протянут. И такая, типа, скоба прикручена на подшипнике на этом. Я вижу, я выхватывал, выскакивал на балкон в трико. Чик за эту веревку, чтобы ноги не сломать. Раз, и машина останавливается, и я как с первой части, это угловая квартира у меня была. И я уже все в газовке сидел, и все мои пожары были. Я старшим лейтенантом стоял на должности подполковничьей должности. А там подполковнику этих было, ну, раз-два и обчет. И меня Терешков Николай Александрович, выезжая в академию, в Москву свою уже, академию руководителя, он меня, все, будешь... замначальника штаба. То есть весь Минск все отдали на, вот, ну, на Старлея, да? Еще ни опыта, ни жизни, никого. Ну, и мне пришлось это
не давать ни себе покоя в этой жизни, ни моим подчиненным. Все это помнят по сегодняшний день. Судя по представлению в награде, которая писалась, это первый за тушение пожара на тракторном заводе. Это горел склад латекса. Он в убежище, гражданское убежище, его приспособили под склад. И это был единственный, впервые мы столкнулись с таким пожаром, что мы его ни пеной, ни водой, ничем не можем его, ну, никак ликвидировать не можем. Дело в том, что этот латекс, он шел на изготовление сидений на тракторах. И он сам настолько пористый, что в него внутри воздух держится. И, ну, как его, если там воздух есть? Никак, никакая вода, ничего. Ну, лили, ну, в конце концов. А там были, в зоне огня оказались баллоны. И когда делали уже разведку, обходили там, там уже народу было. И я наткнулся на эти баллоны. Они уже как шарики начинали надуваться. Я прихватил один, он уже 80 килограмм. Но я тоже был такой здоровенький. И этот баллон такой пузатенький, раз, потом помыл, взял. Ну, мы вынесли эти баллоны оттуда, уже такие. Второй пожар, это я уже создал, я был первый, кто создавал, ну, в числе первых, так могу сказать, не первый, но основной, будем так, службу газодымозащитную в Минском гарнизоне. Я эти кипы пробивал, я и на Украину ездил, везде там искал, где, что, как, лучше. Я был автором написания вот этого, разработчиком наставления по газодымозащитной службе. Я в Москве защищал где-то почти месяц там. Была комиссия такая умных, и пришлось там каждую главу, каждое слово практически, каждое предложение защищать, почему оно такая. И получилось так, что в Жлобине горело, в этой нашей Жлобинской меховой фабрике, искусственного меха. Вот этот искусственный мех, он там склад такой, где-то метров, наверное, 12 в высоту, 18, как сейчас я помню, в ширину и 90 в длину. Это такой склад. Они там своими силами пытались ликвидировать его в течение больше суток. И ничего, ну, у них аппаратов нет, у них еще кип 7 там в Гомеле эти были. А мы уже с 8 кипом, все, у меня уже машина ГДЗС. И тут дали команду с Минска направить туда всех этих. Ну, Кудаленкин, начальник управления, Владимир Фомич, вызывает меня. Говорит, ты же самый хитрый среди всех этих, которые в дыму работают. Вот собирай свою бригаду, кого хочешь бери, с любого караула, даже из дому вызывай. Собирай своих этих отлетов, как он говорил. Собирай своих отлетов, вот те две машины, и вези их в Жлобин. Там надо помощь. Ну и все, мы приехали, подъезжаем, это километр 30 до Жлобина. Бо, такой фонарь висит. Я говорю, ребята, нам работа хорошая предстоит. Ну и все, и мы приехали, начали им помогать. А ничего сделать не можем. Дело в том, что там крыша упала, перекрытие такие легкие, там плиты. Они упали на такой площади. И где-то метров 140-150 в углу осталось. И там этот очаг. И этот очаг, уже стены от температуры, ну что-то больше суток горит, двое суток горит. Уже эти плиты начали деформироваться, уже появились щели. И огонь начал идти уже в другие помещения. А вот в том помещении находится латекс. Он по 2-2,5 тонны емкости, их 12 емкостей. И он в газообразном состоянии, то есть сжиженный. И там приходит человек и говорит, если туда пустите, Жлобина не будет. То есть будет взрыв, а Жлобин стоит эти ниже, Жлобин выше, и Днепр делает зигзаг такой. И этот, мол, весь Жлобин, ну, часть этого Жлобина выбросит в этот Днепр. А был такой замминистра Майданюк Владимир Федорович. Толкующий человек, он отвечал за экран, но он был ответственный вот за этот пожар от министерства. Он был замминистра МВД республики, ну, БССР тогда. И он там руководил, а он человек, войну прошедший. Ему когда объясняют все это, а все говорят, ну как пойти, ну как туда пойти? Ну вот пойдем потушим, температура падает, и плиты эти всех накрывают. Ну он такой стоит, говорит, ну так что, добровольцы объявите. И все так, оп, а я такой стою, думаю, подожди, сейчас кто-то раз и скажет, я пойду, а я чего сюда приехал? Я выхожу, разрешите, капитан Гудрович, я готов. Он, ты откуда? Я с Минска. Ну иди. Все, я и пошел. Я туда пошел,
потушил, оттуда не знаю как, но сквозанул. И туда попал, не помню как, ну очаг-то нашел, я его затушил. По рации передаю, тюльпаны, что, ну так как это с горошек. Первый, я там пятый или какой там, 25-й был, ну был же какой-то позывной у меня. Там меня как бы говорят, понял, отбой. Я прихожу, а уже двое суток там почти. Я встречаю там со штаба человека ответственного, говорю, может, киморнул в пожарке своей, ну в машине. Он, ну давай, что, раз потушили, все, уже угрозы нет, мы там силы поставили, уже склады готовой продукции эвакуируют, поезд подогнали, и пожарный поезд уже прошел. И они уже эвакуируют, ну то есть все же, опасности такой нет, ни взрыва, ни перехода на главную линию нету. То есть это мой участок, мы отстояли его. Ну я, бушлаты мне накидали мои бойцы, я на эти бушлаты. И тут мне раз утро за ноги дергают, командир, на нашем участке пыжики. Что за пыжики? Ну пыжик мы представляли, это тогда шапки такие были, это кто ее носил, значит он уже близок к администрации какой-то там. А они идут и говорят, ну что, женат? Женат. Дети есть? Есть. А квартира? Ну, живет при пожарке, надо квартиру дать. И к ордену его представьте. А я так иду, думаю, кого же я потерял на своем боевом участке? А я в этом плане, вот в другом каком-то я так как бы не трусливый ни в чем. А тут какая-то, наверное, трусость меня проснула. Думаю, елы-палы, сейчас тюрьму посадят. Кого ж я потерял? И что ж за командир такой, если бойца потерял какого-то? Спрашиваю этого, Жень, что? Кто? А он отмахивается от меня. А потом поворачивается и так сразу. Ай! Та-да-да! Крик такой, тебе поворачивается. Че? Он говорит, о! А я грязный, черный. Он, что такое? Иди сюда. Я подхожу, капитан. Майданек, подожди. Это что, ты ходил туда? Так точно. А там солдаты уже копают, роют, солдат привезли, вычищают, меня ищут там. Он говорит, так мы же тебя ищем тут. Я говорю, да нет, да как ты убежал? Я говорю, убежал. Да крыша слегла, ровно. Говорит, вот по рации передал, что ну, ликвидировал, и тут крыша вся легла. Так, а там же вот таких вот тюков, трубы, ну невозможно. Я когда увидел, откуда я бежал, я так и не понял, как я вообще сам оттуда выскребся. Ну и все, он построился к Майданюк, все, к ордену. Героя Советского Союза, блин, присваивать ему. Все, на меня, ну что? А, ты родился в рубашке. Я говорю, не знаю, в рубашке нет, но то, что я сегодня родился, это точно. 15 июля 1980 года это было. А мы туда приехали 12-го. Я говорю, и что ты хочешь? Я говорю, домой бы. Куда домой? Я говорю, так Олимпиада, а я футбол обслуживаю. Ну как я на Олимпиаде футбол не посмотрю? Он собирает своих гвардейцев и уезжает. Ну и все. Ну. Они написали на меня представление на орден Красной Звезды. И вот достойный человек был, вот царство ему небесное. Он замминистра, генерал, майор, вызывает какого-то капитана и показывает мне этот лист наградной. Что, ну, Кордину. А там зеленым чернилом написано там, где ваш герой был до того, как республика понесла такой ущерб. И там инструктор отдела, наградного отдела ЦК КПБ. Я говорю, ну что, ну, тоже не, ну что не бывает? Он говорит, не, я ж перед всеми сказал, что тебя награду. Я заставил, чтобы переписали на твою медаль, эту профессиональную. Ну, все, уже вторая медаль. А третья, это уже 86-й год. Это мой последний бой, вот перед тем, как мне уже запретить. И в 86-м мне и запретили. И я был ответственный по смене, замначальника. И горит на автозаводе. И дайте помощи, просит. Ну, я туда вылетаю. Тут все стоят, дым валит черный такой оттуда. Чего не тушите? Да невозможно зайти. Рух ту. Я ходил, и мы ходили. И никого, и никто. Стась выходит, Барновский. Отчаянный человек тоже. И расстывает. Ну что? Он говорит, ну все, невозможно. Все, уши крутит. Говорит, невозможно дышать нечем. Даже в кипе, говорит. Не то, что в кипе, там шкура, говорит, горит. Ну невозможно. А тут по рации стою, я говорю, ну давай будем затапливать его как-то, может дырку будем сверху бить там через плиты эти перекрытия. Ну что-то как-то ж надо, не будет он целый день. Это
черное облако. А тут передают, первый к вам выезжает, первый к вам выезжает. Ну, это у нас было среди всех, у Терешкова Николая Александровича, было такое позывное, Наполеон. Мы его он роста невысочкого, шустрый, грамотный, умный, толковый и смелый до невозможности человек. И тут говорят, о, первый едет, мои подбегают, Наполеон сюда катит. Я говорю так, кип мне боевку, я одеваю свою, все штором тогда сделали эти боевки, такие легкие, красивые, нам всем выдали. А я все равно брезентовый плащ свой и брюки брезентовые, брезентуху. Ну, сапоги, как все. Кип, и говорю, Свечко, Шабуневич, ты, Коля, Хоменко, Коля, говорю, ты на, ну, я же знал, кому доверять. Все проверенные люди за 20 лет были. А ты на насос становишься. Я знаю, что этот человек, даже если у него насос поперек станет, он все равно найдет вариант как-то подать воду. Я собрал эту свою компанию, и мы пошли. Ну, в самом деле было. Когда мы уже, ну, мы дошли, перекрытие легло. Спасибо тем людям, которые отрезали когда-то рельсы. Там перекрытия раньше, наверное, были деревянные, и их ложили на рельсы. Потом эти рельсы убирали, ну и чтобы им удобно было резать, ну зачем к стенку резать? Они отрезали сантиметров по 50-60, хвосты оставляли. И когда плиты эти пошли, и они зацепили за эти, ну это мы потом увидели утром уже, ну в смысле, когда дым, они плиты держались на этих вот, на рельсах, которые бетонированы там. Это было все. Ну и все, и вышли. Ну вышли, я руку обжег. Где-то об что, не знаю. А моих мальцев этих, Свечко, Петя, их сразу забрали в 3-ю клинбольницу, в ожоговый центр привезли. Потому что хотели снимать куртки. Куртки не снимались вместе с кожей. Поплавился этот штором, материал от корявого. Его потом сразу потом убрали. Кто-то его придумал, тут, ну кому-то надо было придумать. Искали что-то новое, понимаешь, легкое, прочное, а не это тяжелое. Боевка это брезентуха, если она намокала, это считай, что как два рюкзака на тебе надо было тягать. Ну, а я к ней привык, я в ней ходил. Меня этот, они, мы же друг к другу идем, кто впереди, пока туда дошли. Ну, и со стола поливаемся, там вода налита, где-то ляжем, где-то встанем. Ну, чтобы как-то себе... Так у меня он намок, он как панцирь стал. Я оп, так раз-раз, оп-оп, там, знаешь, убираю. А у них она от температуры прилипла к ним, у них никуда. И вот они, сжав зубы, терпели мои ребята. Ну, что видишь, что этот бешеный идет вперед, ну, надо за ним идти. И они за мной шли туда. Ну, вот это нам дали за это. Быков тогда замминистра был. У меня тоже отгорела каска, забрала это. Чего она поплыла так? Неужели там, в самом деле, мои уши такие? Так он говорит, как уши тебе, Гудрович? Я говорю, нормально. Он говорит, ну, раз это вся поплыла у тебя. А сам как? Ничего не обгорел? Я говорю, ну, нет. Я еще отошел, разделся. У меня тут на плече черный такой, как от утюга. Ожог, ну, где-то, видимо, приткнулся. Может, трубе какой там или еще, железяк какой-то. И все, но я не поехал никуда. А их завезли всех в ожог. Приставили к награде. Ну, не хотели тоже. Тот, который писал, говорит, елопалу, у тебя сколько? Две. Хм, и третью хочешь? Я уже подполковник, у меня ни одной нету. А ты три уже хочешь. Ну, тут, конечно, Быков молодец. Он сказал, я возьму на контроль. Потому что за самолет тебе не дали. Он тогда был, когда самолет Болгарский тушили, он был-то, тоже сказал, ну что, встречать не дали? Я говорю, не дали. Как не дали? Я говорю, не дали. Ладно, он уже знал эту систему, так уже этот раз проконтролировал, чтобы до конца добить. Самое тяжелое решение для меня это было принять, когда мне врачи поставили вердикт о том, что я уже по состоянию здоровья не могу принимать участие в тушении пожара. И мне пришлось, ну не мне, руководству, Терешкову Николаю Александровичу пришлось принимать решение, куда меня деть. Начальником части, ну то части были, это сейчас уже отряды. Я не хотел идти, это не моя рутина. Тушить нельзя, ну все, короче, у меня не было никаких путей. Мне нашли там должность секретную какую-то, моб-работник там, что-то делать. Ну я пошел там, меня за железную дверь посадили, я там где-то год, наверное, просидел. Сделал все, что можно, ну... Такое кредо у меня, что я, если что-то берусь, то я должен делать хорошо и уже до конца доводить. Это с детства мне повелось.
И я все как бы сделал там, приехала комиссия, проверили, сказали, у него все окей. С Москвы приехала комиссия, проверила, сказала, все, его можно не напрягать. И меня Терешков посадил в приемную решать его вопросы. Такие, ну, второстепенные, назовем, попроще которые. С какой-то жалобой я там сидел, как помощник президента, принимал эти все вопросы. Тушить-то мне нельзя, все. А тут пожар на заводе Ленина. Ну и машины идут пожар. Ну где я, Дурович, тебе? Я прыг в машину и туда. Ну и попался там. Крыша горела, я там где-то влез, что-то полазил, потушил. Ну и вниз спускаемся. Терешко на меня с наездами. Что ты, как ты, кто тебе? Непонятно тебе. И стоит Воробьев Владимир Клавдевич. А он был начальником учебного центра. Республиканского центра. И Терешков в такой злобе говорит, слышь, ты, у тебя может должность какая-нибудь есть? Ну, типа того, этого психа, может, ты найдешь его место. Шутя это было, не шутя это было. Я не знаю, а Воробьев говорит, да, есть, я его могу взять. Зампа строевой. Ну, что такое зампа строевой? Ну, пусть подойдет завтра. Я пришел, мне тут рассказал, что это делать, как тут делать. Но это не мое, конечно, это ж не то, что тушить. Ну, все равно как-то не сидеть же за железной дверью или решать там, у бабки там печку не так проверили, еще что-то, какое-то пожарное они туда отправили. Ну, какое-то не присущей мне деятельностью заниматься. Я говорю, я согласен, пойду сюда. Вот это момент вот, до того, как закончить. 21 год я прослужил. Командир отделения, начальник караула, начальник тыла, замначальника части, помощник штаба, руководителя штабного и заместитель начальника штаба. Получилось так, что когда произошел развал Советского Союза, у нас основное базовое училище, которые пополняли нашу систему пожарной охраны специалистами, ну, в основном офицерами. Это было Львовское пожарно-техническое училище, среднее, высшее Ленинградское, но оно было тоже среднее, потом сделали его высшим, и высшая школа пожарной охраны Москвы. Вот это три. Был еще Харьков, но он там мало, там 2-3, вот Остапову там, ну, пару-тройку человек, потому что дальше-то, а Львовская, в основном базовая была Львовская училище. И тут получилось так, что нам Украина присылает, ну, Москва прислала, Питер прислал бумагу, что платите за обучение, за то, что мы кормим, одеваем, учим, моем, стираем и так далее. Ну, определенные средства. Ну, где в республике эти было средства? Но тем не менее, ну самое было, ну как-то еще потерпели чуть-чуть, а потом приходит оттуда, с Украины нам бумага, что все, подготовка будет на украинском языке всех специалистов. Как? И что он приедет тут? Будет про дробину рассказывать? Как он будет тут общаться с пожарными? Приедет начкар или приедет тот же инспектор и пойдет к какому-нибудь директору предприятия катить на мозги, не на том языке, который тот знает. Ну как это? Ну и это было, это уже последняя была капля. И тогда собрали тут уже совет филя и начали собирать. Тут Остапов инициатором был. И тут уже все подключились. Конечно, поехали программы, эти смотреть как, что. Я поехал в Ленинград, собрал рапорта со всех, кто наш учился там. Ну мы взяли за основу только второй курс. Мы и то боялись, так как вытянем сразу со второго курса обучения. Ни программ, ничего нет. Да и грамотные у нас тут педагоги были. Они, например, такой Картер, Маханько, там, они с лейтенанту Шишкану, они с лейтенанту до полковнику докрутились все время этой базы работы. Они свои книги писали. То есть грамотенки по тому, как подготовить, хватало. Но у меня был свой вопрос. Как? Учебный центр – это одно. Тут приехали командиры на месяц, поучились, приехали водители на месяц, поучились, приехали лейтенанты там, профилактикой покрутили, там, ГДЗСники приехали, ну, водители лестниц приехали, мы их поучили. Ну, это все такое, как вокзал, знаешь, приехал, уехал.
А здесь же надо собирать, какие условия для них создавать, как к ними общаться. Это было для меня миллион бессонных ночей. Ну и, короче, я поехал в Ленинград, во Львов. Приехали, забрал я эти рапорта. Здесь на уровне Кебича, ну, Остапов в основном решал эти проблемы. Здесь Кебича подключили, депутатов подключили. Ну и, короче, нашли вариант, как создать на нашей базе. Приехали, базу нашу смотрели, что, ну, база-то, конечно, классная была. По сравнению, нисколько не уступала этому Львовскому училищу. Просто помещение было меньше, там казармы, то, но это строилось училище, а у нас же, ну что, ну, перевалочная база была. Побыли, эти освободили, те заселились, эти заселились, те уехали. Ну, я же говорю, вокзал такой. А тут надо было уже первый и второй курс. Ну, ничего, сдюжили, много вопросов было. Как разместить? Мы даже в ПТУ, вон там, общежитие у них, я ходил с директором, договаривался, чтобы в общежитие забрать третий этаж и своих курсантов поселить. Потом здесь столько споров было на педсоветах, на наших, как же тут, с третьего курса отпускать домой надо. Ну, нашли критерии, кто хорошо учится, хорошо себя ведет, никаких побочных там замечаний не имеет ни в чем. Отпускали домой, ну, минчан, потом кто находил там варианты какие-то. Мы в этом общежитии размещали. Короче, вопросов было полно. Первое, присяга, как, что. И этим на втором курсе им присягу принимать. И мы своих уже приняли. Потом первый выпуск, как это его сделать. А гордость не позволяла кому-то поехать, там, посмотреть, побыть, поприсутствовать, сфотографировать и повторить. Ну не в моем это характере. И такие же, и Воробьев, и Жан Маркевич, тоже не любители вот этого, что вот мы сфотографировали, давай, ну они же живут этим, что нам не жить? Нет, давай свое. И все, мы делали все по-своему. И копейки эти, и знамя это делали. Я тут к министру 10 раз ходил с этим знаменем, рисовали его тут ночами, как, что, где, как. Это было. Но это было тяжело, сложно, но интересно. Фишку мы такую-то нашли, как сейчас молодежь любит выражаться. Ну что нам сделать, тут идет выпуск. И что, ну встанут они и что-то пожелают там друг другу. Что вот мы выпускники, лейтенанты, желаем вам, первокурсникам, там что-то. И как-то родилась, была у меня каска дома. Вот эта каска была. Она была мне подарена. Хромированная, все, стульё здесь как положено. Я ее взял, принес к Воробьеву и говорю, слышь, а давай сделаем так. Пусть каждый вот 4 строчки там пожелания напишет. Мы гравировочку такую сделали, и в торжественной обстановке во время присяги или выпуска, скорее всего, когда выпуск, выпускники будут дарить представителю первого курса, новому пополнению, поколению этому, с какими-то своими напутствиями. И вот я смотрю, это живет, действует, уже сколько выпусков произошло. И я думаю, что вот эти классные пожелания, они все-таки чтут. Если уже выбрал профессию, я так считаю, и такие мои пожелания, наверное, были бы спасателями, они же есть сегодня, что коли ты уже выбрал эту профессию, то поставь перед собой цель, что, ну, первое, овладеть ей, раз. Второе, добиться чего-то. А третье, самое главное, вот полюбить ее, эту профессию, чтобы она в душу вошла, эта профессия. Что кроме этой профессии, кроме того, что ты спасатель и под этим представляешь себе, что вот только я, никто, вот 100 человек будет стоять, и где-то она будет помощь кому-то оказать, то я должен ее оказать, а не ждать, что с третьего ряда там или 95-й человечек прибежит и будет перед детей. Пусть этот 95-й тоже будет спасать, наш, но они вдвоем побегут уже спасать. Вот я таким вот вижу, подготовленным, спокойным, уравновешенным, отчаянным. И хочу сказать, что всем тем, кто вот выбирает эту профессию, что все говорят, ой, как страшно. Тысячу раз мне задавали вопросы, что, вам не страшно было? Вам нет? Да страшно, но только мой страх за мной шел, а не впереди меня. Если бы я всегда думал, что, ой, как это, там прорыв, разрыв, там взорвется, а там потолок на меня ляжет. Да может не идти мне, может за уголочком постоять. А я потом уже боялся, когда все совершилось, я думаю, ну да, куда ж ты перся, куда тебя занесло? Вот я хочу, чтобы такие вот случаи, вот эти, которые произошли, чтобы это был
тот первый, когда погибли, и наш выпускник погиб. И чтобы вот таких вот черных дней в этой службе вообще никогда больше, не то чтобы их было мало, чтобы вообще никогда их больше не было. И я вижу спасателя вот аккуратным во всех планах, чтобы он делал все обдуманно. А делать обдуманно можно только кому? Подготовленному человеку. Потому что так с кондачка ты не уверен, что ты правильно это сделаешь. А когда у тебя есть база, и ты знаешь, как это правильно сделать, и ты к этому подготовлен, и духовно, и теоретически, и практически, говорят, да нет проблем-то. Я желаю спасателям только блага.